Сквер Гудовича, любимая площадка анапской молодежи, никогда не пустует выходные. На этот раз более 80 любителей активного отдыха и спорта соревновались в скалолазании на искусственном рельефе. В числе участников – школьники, студенты высших и средних профессиональных учебных заведений и рабочая молодежь. Соревнования проходили в два этапа – спортивный туризм, дистанция пешеходная группа и преодоление искусственного рельефа. Ловкость, сноровка и взаимовыручка – без этого юным скалолазам не обойтись. Победу в возрастной группе от 14 до 17 лет одержала команда Центра творчества. На втором месте ученики средней школы номер 11. Почетное третье место у команды университета имени Шолохова. В возрастной группе от 18 до 30 лучшее время на дистанции у команды Сочинского государственного университета. Команда сельхозтехникума на втором замыкает тройку лидеров команда Анапского индустриального техникума.